Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступит с ежегодным отчетом-обращением к жителям 28 января. В нем пойдет речь о результатах работы по самым чувствительным и актуальным вопросам, о стратегически важных направлениях развития Подмосковья. Будут отражены многие темы, которые поднимают жители региона в своих письмах и при личном обращении. На каждый из них ответить невозможно, но все пожелания, замечания и мнения, безусловно, учитываю при постановке задач, подчеркнул губернатор. Под руководством главы района Олега Хромова состоялось заседание первого в 2016 году строительного штаба. В ходе совещания был не только проанализирован ход работ на каждом из строящихся или реконструируемых объектов, но и поставлены задачи на ближайшую и более отдаленную перспективу. Глава Ленинского муниципального района Олег Хромов отметил, что в 2016 году приоритетным направлением в работе будет строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры. Одной из важнейших задач является строительство школ и ликвидация второй смены в общеобразовательных учреждениях. С 25 января состоится прием Министерства здравоохранения Московской области. Прием физических и юридических лиц осуществляется по адресу город Видное, улица Школьная, дом 77, в здании МФЦ с 10 до 13 часов. В 13 января состоялось торжественное мероприятие, посвященное трехлетней годовщине со дня открытия Видном многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Поздравить сотрудников пришли глава Ленинского муниципального района Олег Хромов, представители администрации, организации и учреждений муниципалитета. Глава района поблагодарил коллектив за ответственное отношение к порученному делу и вручил благодарность лучшим сотрудникам за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе.